Привет, я вам сегодня буду показывать, ну, такой небольшой рутинчик. Я покажу, как можно будет, ну, как я лично сделала антистресс. Ну, сейчас я не буду прям такой прям шмякалку делать, но я покажу вам хотя бы, как можно будет мять. Я подношу какой-нибудь пакетик, сейчас я его возьму. Вот пакетик, любой совершенно. Сейчас мы вложим туда какой-нибудь рисунчик. Вот я беру, к примеру, вот такой. Я его мало беру, не нужно. Большой не нужен, потому что я вам показываю. Лично. Я. Такая прикольная смесь просто. Бомба. Сейчас я приду. Да шучу. Вот, ну такая просто прикольная смесь. Так такая. Ай, не могу. Ну ладно, давайте засунем туда. Без лизунья. Да, вот этот. Это сделали моей сестры Ангелине, помните ее? Да, я помню. Я чуть-чуть для себя еще оставлю, для моего антистрессика. Вот я еще себе. Хотите покажу, какие нам сегодня вкусняшки принесли? Сейчас я приду. Я сегодня это от наших поклонников такой вот подарочек. Давайте я вам сейчас его полностью покажу. Видите? Валерка это увидел, видите, он бы все бы тут за раз съел. Ну ладно, давайте я уберу их. Сейчас я их уберу. Кошечка моя. Вот уже моя кошечка. Все, ее любит сладкоежка моя кошечка. Лизун Асквиш не буду покупать, мне тоже. Сегодня Асквиш купить. Вот, у меня потихоньку получается. Мне начать заходить за резиночкой, а кстати, вместе за резиночкой. Ходим. Пошлите вместе. Сходим за резиночкой. Ну, к примеру, какую-нибудь надо маленькую. Вот, сейчас я приду. Ну вот, я уже иду. Хотя какую-нибудь резиночку маленькую. Но не обязательно прям огромную. Ну, как вам разрешат, короче. Можно любую, даже для плетения брать. Я беру вот такую. Любую, ну кроме большой, конечно, потому что большая не очень будет для антистресса. Я уже говорю. Ну кому-то не надо такие антистрессы, я говорю тому. Ну, можно сделать самим, лежим на моем канале. Старом, то есть на моем канале есть. На старом канале моем есть как сделать лизуна. И вы по этому способу делаете лизун. И там будет все правдиво, у меня все получилось. Не знаю, как у вас, но когда я делала один лизун у блогера, смотрела, у меня он вообще не получался. Никакие у меня не получались. Вот, я уже все почти сделала. А вот этот лишний конечек можно брать, сейчас я его уберу. Ну вот, я уже искала и нашла, и можно вот вам так поменять. И еще я могу нарисовать, ну, лично я нарисую, например, что-нибудь нарисую. Сейчас я что-нибудь нарисую. Вот, возьму один фломастер. Это было следующее видео про фломастеры. Сейчас я пойду не в шумное место. Нет, я уже...
я уже не в шумном месте, потому что там было очень шумно. Ну вот, как я и говорила, вот я сейчас усядусь тут. Вот, как я и говорила вам, вот, я разукрашиваю его. Ну, сейчас я посмотрю, что бы мне тут нарисовать. Ну, немелька я нарисую, не знаю что. Ну, или я просто разукрашу всего. Да, его, наверное, просто красным. И все, всего разукрашу. Закрашу. И потом поставлю высыхать. Интересно, куда? Вы думаете, куда же, куда? Да, куда еще? Конечно же, в морозилку. Ку-ку-ку-ку. Вот. Вот. Мелко не буду ставить в морозилку, поскольку он тут посмотрит. Давайте делать второй. Так, беру лизу. Вот маленький пузырец пива и вот этот. Он у меня такой мягкий. Смешиваем. Сейчас его смешаю, чтобы вот эта вот ну, влага вся пропала, чтобы он был, блин, тянучий такой хороший. У меня там котик делает. Ложу вот этот лизончик. Как угодно просто. Сейчас я возьму резиночку и все для вас покажу. Я взяла лично такую же еще резиночку. Вот. Заделываю его резиночкой. Пока заделаю, все сделаю. Все. Такой прикольный лизун. Я в следующем видео, конечно, их, конечно, придется освободить. Конечно, Ангелина скажет, а что ты мне тут завернула его в пакет какой-то? Конечно, друзья, как без этого она же скажет, а? Ой, котик меня тут трогал какие-то. Ну, какашулька мелкая. Лол еще забирает, ага. Заберет. Ай! Ты что тут играешься? Давайте я его сейчас ее покажу. Тут ты все найдешь. Походите, друзья. Она тут мне всю карьеру сейчас загубит. Всем привет, друзья. Привет, привет. О, уже сидит. Она уже нашла, где сидеть. Знаете, как она у меня любит лежать. Погоди. Вот она уже убегает от меня. Быстрей. Вот. Все. Вот. Вот такой второй антитретик. Чтобы вы не думали, что я так просто подменила. Вот. Вот. Один высыхает уже. Я его разукрашу зелененький цвет. Ангелина, я тоже с двух сторон, но сначала с одной стороны. Все.
наконец-то я разукрасила. Теперь ставлю их при вас. При вас я их ставлю. Мажа ёлку. Ай, не могу их трогать. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Няшечка. О, Няша уже нашла гнездечко собирать. Ну ладно, сейчас мы с ней поиграем. Раз наши эти отсохнут. И потом будем вторую сторону закрашивать. Ой, мой мизинец. Я мизинцем просто открываю. И еще в следующем видео я покажу кое-что я делала. Я кое-что, кое-какую штуку делала. Тут я кое-какую штучку делала. Я примерно, нам чуть-чуть надо, чтобы они в морозильке поставили. Ты понял? Где стоят там? Вот, ханосит, что ты уже тут сделал? Чем твое, а? Ничего не творила, друзья. Я ничего не сделала. Виноватая кошечка всегда. Раз. Два. Ну, для вас пройдет минута, а для меня 3 минуты. Ну, у вас прошло 3 минуты, давайте брать их сюда уже. Давайте, надеюсь, не прилипают. Посмотрим, давайте. Думаю, уже они будут. Потому что прошло 3 минуты. Холодненький. Все. Взяла я их. Друзья. Друзишки мои. Вот. Смотрим. Давайте первый. Вот этот. Ангелинин. Прошло 3 минуты, а они до сих пор на моих. Сейчас я их поставлю на большее. Вот, ребята, я им закрасила вторую вот этим антистрессовым сторону. Вот. Вот один и два. Один, два, один, два. Давайте побольше поддержим. Знаете, в каком-то ролике у нас был распаковочка вот этого вот. Либо я реально не могу открыть морозилку. Все, сейчас я ее открою наконец-то. А, закрасили. И что вам? О! Вот видите, шалунья маленькая. Ты что, боишься слезть? Давайте я ее возьму на ручки, а то она боится слезть. Ладно, сейчас я приду. До новых встреч, всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Сангелий.